поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о поддержке волонтерской деятельности и гражданских инициатив? Текущая ситуация с вирусом перевернула нашу привычную картину жизни. Сейчас тысячам стариков по всей стране требуется помощь волонтеров. И мне кажется, это было бы справедливо и правильно, если бы в Конституции наша страна закрепила статус волонтера. Потому что сегодня волонтеры, я и мои товарищи, всех нас объединяет одно большое дело – помощь людям. Но и нам сегодня нужна поддержка на государственном уровне. Поправки в Конституции на тему волонтерства для нас знак, что это признают, на это обращают внимание. И это возможность для нас двигаться гораздо увереннее. Я уже 40 лет занимаюсь волонтерством с детства. И таких, как я, много людей. Поправка Конституции в поддержку нашей деятельности очень важна, потому что это даст новый импульс волонтерскому движению.